Ребята, сегодня с вами гуляем по супержету авиакомпании «Россия». Дорогие друзья, приветствую вас на борту новенького самолета «Сухой Суперджет» с бортовым номером 89132. Три ряда бизнес-класса. Первый ряд бизнес-класса. Два окна. Второй ряд бизнес-класса. Два окна. Третий ряд бизнес-класса. Два окна. Место, которое может быть даже лучше, чем бизнес-класс, потому что здесь вот у вас три иллюминатора. И здесь, в принципе, ноги вытянуть можно очень комфортно. Шестой ряд. И три иллюминатора, и прекрасный вид на движок, и на предкрылки. Кому смотреть на закрылки, выбирайте 15 ряд. Вот такой у нас прекрасный вид на крыло. Кто любит смотреть на закрылки, на механизацию, для вас как раз 15 ряд. Вид из окна с 20 ряда. 20 ряд. Места для ног в Суперджете больше, чем достаточно. Итак, здесь у нас даже 70 сантиметров в последнем ряду. Туалет свободен. Не открывай. Дивитесь! Смотрите, раковина, унитаз. Запасной выход. Большая такая рюмовка. Жаль, нельзя унести с собой. Beverage maker. Кофеварка, что ли? Кухня. Так, здесь у нас... А, еще один. Так. Туалет для... С откидным столиком для пеленания ребенка. Какие у нас ряды на крыле? 12 ряд. Ряд, который четко на крыле. Зато два иллюминатора. Раз. Иллюминатор два. Но здесь к этому вам придется отклоняться, сворачивать шею. А здесь придется нагибаться. И такие ряды. Это у нас 12 и 14 ряд. Один чуть спереди, другой чуть сзади. Так, мы с вами смотрели на Магнитогорск, сухой суперджет с бортовым номером 89132. Вот хоть что вы говорите, но мне этот самолет нравится. Сухой суперджет 100, красавец.
надеюсь. 8-0 поставь.